В этот торжественный и радостный для нас день я уполномочен от имени правительства республики, которое я здесь представляю, поздравить официально, персонально и сердечно месье Фуршона, создателя и строителя этого корабля. Непробиваемый. Непробиваемый – это, так сказать, символ могущества морской мощи нашей страны. Господин министр, позвольте мне представить вам месье Кастанье, конструктора этого корабля. Он осуществил расчеты на его прочность. О, браво, поздравляю. Господин министр, можно начинать? О, пожалуйста. Прошу вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы готовы? Готовы. Прошу вас, мадам. Подержи, друг мой.